Подарочные пакеты и хорошее настроение. С таким праздничным набором наша съемочная группа совместно с представительницами прекрасного пола в погонах и Белгострахе выехала в город, чтобы поздравить водителей мужчин с Днем Защитника Отечества. Кроме подарков и приятных пожеланий, сотрудницы просили автолюбителей не забывать о правилах дорожного движения. От лица женского коллектива госавтоинспекции Брещины спешим поздравить вас с Днем Защитников Отечества. Каждый мужчина является настоящим защитником для своих близких и для своих семей. Хочется вам пожелать, конечно же, прежде всего, крепкого здоровья. Пусть все у вас спорится в ваших руках. Конечно же, бодрости духа, смелых решений. И пусть все ваши цели обязательно реализовываются. Всего вам хорошего. Улыбок, радости и счастья. Ну и, конечно же, чтобы вы встречались с сотрудниками госавтоинспекции только по хорошим поводам. Зеленого света вам на дорогах. Большинство брестских водителей, увидев девушку в форме инспектора ДПС, с некоторым волнением останавливались и отдавали документы на проверку. Однако недоумение рассеивалось в тот момент, когда мужчины понимали, стандартная проверка – это лишь повод их поздравить. Вы являетесь защитником прежде всего для своих близких, для своей семьи. И, конечно, хочется пожелать вам, самое главное, это крепкого здоровья. Спасибо. Но все остальное обязательно приложится. Спасибо большое. Конечно же, безопасных дорог и зеленого света. И чтобы с нами вы встречались только по хорошим поводам. Хочется подарить вам подарочек. Держите такой блокнотик. Да. Ну и у нас еще влажные салфеточки для стекол. Обязательно будут пригодиться при управлении транспортных средств. Белгострах присоединяется к поздравлению. Поздравляю вас. Всего вам самого наилучшего. Сначала подумал, просто сейчас остановят, а уже потом увидел вот это все дело. Приятно. Приятно. Очень. Да. Спасибо. Я работаю водителем, поэтому ничего страшного. Остановился, документы показал, да поехал дальше. А дальше? А тут, оказывается, не просто документы. А тут очень приятный сюрприз. Удивлен, спасибо большое. Приятно. Конечно. С праздником. Большое спасибо. Такой была реакция у всех водителей, которые, колеся по Московской, стали участниками поздравительно-профилактической акции от ГАИ. 23 февраля – это не только праздник профессиональных военных, это праздник всех мужчин, которые как один готовы стать на защиту своих родных и своей родины, даже будучи за рулем автомобиля. В этом не сомневается их прекрасная половинка. Хочется поздравить всех мужчин с праздником, чтобы они нас защищали, чтобы были мужественные, смелые. И чтобы у них получалось все, что они задумывают. В лице всех женщин хотим поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Пожелать вам, всем мужчинам, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия в семье, спокойствия. Но самое главное, чтобы поменьше страховых случаев с вами происходило. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.